О самом сокровенном. В рамках кинофестиваля в Чебоксарах состоялся творческий вечер народного артиста России Виктора Сухорукова. Актер характерный и ни на кого не похожий собрал в Чувашском театре оперы и балета полный зал. Сам актер признается, что подобные вечера устраивает очень редко. Никакого сценария специально не пишет. Под рукой только небольшая шпаргалка и уникальные фото из личного архива. Как кадры из фильма. Фильма, который Сухоруков снимает сам про себя. На счету артиста более 80 картин, десятки ролей в театре. Бандит, праведник, император, заговорщик. И все это яркие и харизматичные образы. Но, несомненно, самая популярная его роль – Виктор Багров в фильме Алексея Балабанова «Брат и брат 2». И, конечно, он не мог не рассказать об этой роли и о том, как ему работалось в компании Сергея Бодрова. Балабанов назвал Витенькой. Даже если он не посылал меня матом, он всегда посылал матом на Витеньку. А Сергей называл Витюшей и говорит: «Витюш, вот я хочу быть режиссером. Если я стану режиссером, ты будешь у меня сниматься?» Я говорю: «Только позови». Не позвал. Мы расстанемся плохо, не попрощавшись. И я это вам искренне говорю. Честен и исповедален, вертляв и эпатажен. Так с ироничной улыбкой говорит про себя артист. Свои мысли о жизни и смерти Виктор Сухоруков часто записывает на бумаге. На вечере он прочитал самые трогательные отрывки из своих произведений. Перона на перон, из жизни в жизнь шагнув, я сам себя встречал под чистотой небес и прошлому вдогон, сердечно подмигнув. Пошел, нет, побежал в другой осенний лес в новой шляпе. Его стиль узнаваем, а песни, которые он исполняет, запоминаются надолго. Рубили гористы беспечно, и лошади строились в ряд. И мне полюбился, конечно, конечно, спросучий султан солдат. Актера долго не отпускали со сцены. Виктор Сухоруков поблагодарил за теплый прием и пообещал, что обязательно приедет в Чебоксары еще раз. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.